Сейчас у нас получается, что обычно покупатель, если он уже идет именно в циркуль, он заходит здесь, у него есть четкая отсечка, что здесь начинаются впрок, ну и, соответственно, он уже гуляет по магазину. Со своей стороны, я уже точно вижу, что здесь более яркий магазин получается даже по оформлению. Вот это у вас свежий ребрендинг, да? Произошел, который, ну, в основном, там, если визуально чисто это... Добавились, у нас вообще как бы изначально был красно-белый цвет, у нас тут добавился, я не знаю, это бирюзовый цвет, как его правильно назвать, у нас появился еще один цвет, и появились какие-то такие вот орнаменты, чтобы это вызывало какие-то дополнительные эмоции и желание там что-то купить. Появилась навигация на стеллажах, где можно прочитать какие-то мессенджи, мессенджи, где там дети заценят, родители оценят. То есть у нас концепция определенная есть. Идея заключается в том, что магазин «Циркуль» — это тот, где нравится детям, и в то же время родители уверены, что это правильный магазин, где ничего плохого с детьми не случится, что они, ну, тут разумные цены, что это как бы место, безопасное место для покупки товаров. Безопасное место для покупки товара для детей? Да, 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 примерно так. Что здесь по категориям видно? Да, здесь получается, что если мама с ребенком пришла в режиме школьника, либо... У нас слоган для «Циркуля» — «Учись, играй, твори». То есть здесь товары для учебы, для игры и для творчества. И они вот разделены таким образом приблизительно, что сейчас мы находимся здесь, вот с одной стороны, получается, это стеллажи с товарами для творчества, с другой стороны, это ну, игры, настольные игры, разные там познавательные игры, где можно вот... Да. Самое интересное, что вот в таком формате магазин хорошо себя показывает в дни летних каникул, в том числе. В дни пандемии была такая интересная история, что мы увидели большой спрос, например, на настольные игры, когда, видимо, семья много времени проводила дома, им нужно было чем-то занять детей. И в этом плане вот «Циркуль» оказал такую помощь, что можно было какие-то там пазлы пособирать, игры поиграть и так далее, книжки почитать совместно. То есть это был такой вот, мы отследили прям рост популярности этих товаров. Так, ну и я вижу, опять же, сейчас вот потихонечку идем, различные там интересные тетради. Я смотрю сейчас, конечно, господи, вспоминаем, как у нас было, да? Зеленая и все. А здесь можно подобрать под любой вкус и цвет, и кошелек. Мелочи такого характера я вижу, это уже такой более... А это вот, кстати, стеллаж, он просто остался, это сезонный, такой микросезон так называемый, когда люди заканчивают школу, это ленты, выпускник, это разные наградные дипломы, кубки, которые вот часто вручают при окончании школы или при выпуске из детского сада. То есть это вот такой микросезон, вот он у нас таким образом оформлен. Достаточно популярная тоже категория. Так, ну что ж, нам надо сейчас найти будет где-то те краски, которые мы посмотрели во впроке, и сейчас посмотрим, что есть здесь. Удивительно, да, вы знаете, что это до сих пор продается, например? А зачем? А это продается для медицинских исследований. Они до сих пор записывают сюда рентген, всякие вот, то есть, ну, оборудование, видимо, старое, то есть ты приходишь со своим диском, записываешь, идешь к врачу, и показываешь на CD-диске. А потом мы удивляемся, почему какие-то технологии до сих пор с нами остаются. Ну, если какой-нибудь томограф, грубо говоря, стоит, и там у него стоит CD, там, рекордер, то есть, наверное, не меняет же за этого томограф, да? Согласна, хороший томограф меняет. Да. Вот. Так, ну вот здесь вообще, насколько сложно держать вот самый востребованный товар. При этом, знаете, вот ведь здесь количество, вот есть какие-то позиции, о которых даже близко бы я не подумала, что мне это может понадобиться. Всегда находится какой-то покупатель. Да, на самом деле, вот в чем сложность управления ассортиментом в магазине «Циркуль», ну, это, наверное, такой, знаете, как вот в фэшне, да? То есть есть коллекции, например, у вас сегодня отлично может продаваться тетрадка с киви. Это не значит, что вам нужно заказать ее в следующий раз, потому что в следующий раз уже надо вам не с киви, а там с грушами или еще с чем-то. И здесь очень важен, конечно, такой чувство такого рынка, чувство вкуса от категорийного менеджера, который делает эти заказы. И, ну, нам повезло с нашими специалистами, и они как-то умудряются эти тренды предугадывать. На самом деле, вот эти вот все, что вы видите, в прошлом году этого ничего не было здесь. То есть, ну, соответственно, были другие товары. И вот в этом проблема такая основная. Ну, что-то котики предлагает рынок. Котики рулят, да. Я знаю. Ну, конечно. Ну, и есть классика, вот это вот то, что вот наверняка вы хорошо помните. Да? Да. У вас же было, наверное, такое? Да.
Мне кажется, у каждого человека, рожденного в СССР, было такое. Не только, да. Вот. Так, ну что ж, вы знаете, как, я уже заглядывала циркуль на другой, и я могу сказать, что, наверное, одна из самых привлекательных для меня оказалась вот эта вот такая вот выкладка. Это где-то подсмотрели или это ваша придумка? Ну, во-первых, это как бы топовая категория на самом деле. Это вообще основные продажи генерируют вот эти вот всякие ручки пишущие, поэтому выделено много места. И если честно, я даже не скажу, ну, это же бывает так, знаете, когда ты вроде бы мы сделали сами, ну, наверняка мы где-то что-то подобное видели. То есть, я могу сказать, что для меня это новая выкладка. Новая, да? Да, то есть именно вот в таком варианте я не отмечала. Может быть, я не отмечала, потому что не было так масштабно, но в любом случае, чтобы выкладка позволяла сразу увидеть, ну, вот так товар. В основном мы видим либо в коробочках, угу, либо где-то вот так вот стоит. Но вот чтобы вот так лежало, наверное, для меня это новое. Вот, по крайней мере, у меня на память это сейчас не приходит. Ну, я думаю, что наверняка где-то есть, потому что так получается, что если кто-то что-то можно придумать, да, кто-то уже придумал где-то. Я не хочу сказать, что прямо наше изобретение, но изготовлено это прям, что называется, из обычной там трубы водопроводной. То есть это не, ну, не поставляют. То есть это нестандартный, да, стеллажный вариант. Мы не могли это там присмотреть у производителей. Возможно, где-то у кого-то видели, ну, даже не знаю. Может, другая форма была квадратная. По идее, ну что тут, чем отличается, условно говоря, от обычных выделителей? Просто полукруглая форма. Ну, оно уже по-другому смотрится. Ну, я все время говорю о том, что иногда вот просто элементарно, что вот так сделано вот этот, оно уже отличает вас от других. И это фишка условная. Да, кстати, вот обратите здесь внимание на обилие черных гелевых ручек. Можете догадаться, почему их так много и почему такой выбор? Нет. ЕГЭ? Черная гелевая ручка. Да, это да, хит, да, да, то есть как раз сезонный товар тоже. Надо же сделали. Кто бы мог подумать, что может такая вот вещь. И, ну, как бы, естественно, наверное, школьник, который идет на ЕГЭ, он, наверное, переживает, он, наверное, с собой не одну ручку берет, и разные, возможно, их в том числе есть и, ну, как бы, самые простые варианты, есть и более дорогие варианты. Ну, то есть такой тоже выбор. Отдельно отмечу, что, естественно, подсказки, вот эти мягкие твердый карандаш простой, просто называется. Если где нужно, эта информация должна быть, потому что, кажется, все знают, но, может быть, кто-то не знает. Вот это вот специально для тестирования карандашей ручка на цветной бумаге, на белой бумаге. То есть можно взять, порисовать, подчеркать, как она пишет, толщину посмотреть и так далее. А какие еще сервисные моменты обязательно отслеживаете, чтобы были в магазине, чтобы был человек удобно покупать? У нас такая наша фишка – это бесплатная заточка карандашей. То есть у нас есть возможность заточить. Где у нас точилки? Это заточить карандаш. А, видите? Да-да-да, вот она. То есть это такая. Может, какой-нибудь карандаш у нас найдем, покажем просто. Жик-жик. Да, то есть это, ну, что очень быстро. То есть на самом деле бывает, что люди приходят с большим количеством карандашей. Ну, дети рисуют, ну, представляете, там пачка карандашей, и там ножом или точилкой точить не всегда удобно. Прямо приходят и прямо у нас здесь затачивают. В идеальное состояние, как бы. Попробуем. Да, надо вставить. Ой, надо это его подержать. Ох, чуть подальше. Ну да, идеальная заточка. Угу. Вот, ламинирование, ксерокопия обязательно. Это все бесплатно? Нет, ламинирование, ксерокопия уже стоит денег. Заточка бесплатно. Вот 5 рублей у нас ксерокопия стоит. Ламинирование, вот тут написано, видите, нужна копия документа. Ну да, вот бесплатная заточка карандашей, нужна копия документа, выгодность. Ну и вот то, что я говорил, тоже сезонный товар, то есть детские сады, школы, соответственно, вот специальность, баночки. Все есть. Всегда можно, да, прийти и не бегать по аптекам. Так, а где у нас краски? Краски у нас... А, вот. Краски, да, где-то здесь. Да, 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 да. Вот она, 289,90, как я обещал. Это она? Да, это она. Угу. Получается, что человек, если он понимает, то он может что-то там набрать, что-то здесь? Или в основном все массовые ряды знают? Да, на самом деле мы как бы говорим, что наша задача там не как-то скрыть там что-то от покупателя. У нас есть возможность сэкономить, есть возможность получить, что вам надо. Если вы хотите экономить, пожалуйста, есть система скидок, разные варианты. Есть возможность заказать онлайн.
Если вы хотите посмотреть выбор, побродить, погулять, вы можете прийти вот в специализированный магазин канцелярских товаров и получить именно выбор, то есть, если вам это нужно. Так что... Я еще в прикассовой зоне отмечу, что есть и сопутствующие товары. Это во всех магазинах, какой момент появилось, сразу, не сразу. Ну, вот я просто вижу, сама, что это же... Нет, это было во всех магазинах, сама прикассовая зона другая. Тоже тут есть, ну, как бы сложность сделать это удобно, но она есть всегда была, да, прикассовых. И вот такой ассортимент хорошо берется? Ну, иначе бы не стоял. Я не могу сказать, но, скорее всего, да. То есть он уже анализируется специальным образом, смотрим такие неожиданные вещи. Ну, допустим, лейкопластырь. Очень, ну, не всегда вспомнишь, да, пока у тебя там нет мозоли какой-то. А так увидишь, можешь купить. Ну, соответственно, снеки, они популярны у детей. И новые эти бренды наши достаточно популярные. Очень, очень хорошо продаются. То есть нам, ну, как бы... Параллельный импорт, то, что не могут себе позволить, например, продуктовые федеральные сети, все-таки они вынуждены продавать локальные бренды, мы можем продавать импортные популярные напитки. Да, замечательно. Ну что ж, у нас есть возможность проверить, пройдет, не пройдет, и, соответственно, это в какой-то мере, знаете, тоже... А у нас именно такие есть? Ну, давайте проверим, что будет, если пробить. Он пробьет? Да. Пробьет, да? Значит, будет пересорт, да. Ну, значит, будет пересортиться. Нет, давайте мы другу все-таки месяц оплатим, а здесь сбросим. Здрасте. Так, а здесь у нас, как раз у нас здесь 1С-ка. Да. Вот это. Да. Но здесь, кстати, побольше, видите, то есть, ну, это по современнее у ребят-программистов поменьше было. Здесь побольше экран. Так, это мы тогда в другом магазине пробьем. Да, продаем. Там тоже, кстати. Причем кассовая программа одинаковая, что в Профпроке, что в Циркуле. Вот. Просто немножко там настройки отличаются. А, то есть мы, кстати, здесь и здесь можем, да, смотреть? Да, да, да. То есть здесь-то вон много достаточно. О, ну здесь прям много. Да. Ну, это как бы с точки зрения выкладки, это, что называется, холодная зона. Сюда товар выкладывать, ну, никто ничего не купит, да. А вот, естественно, для заказа он, покупатель найдет в любом случае. Это. Поэтому было такое решение принято, что вот использовать для выкладки. Ну, по большому счету, забери свой заказ здесь, достаточно громко смотрится снаружи. И, соответственно, если есть возможность воспользоваться таким привлечением, то почему нет? Вот вы спрашивали про популярный, да, товар. Вот он. Вот он, популярный товар. Люди заказывают. Прям? Да. Даже сюда? Даже сюда. Да. Мне, ну, ведь на полке же много. А вдруг не хватит? Нет, ну я думаю, что многие... Нет, зачем? Люди просто кому-то удобнее. На самом деле, я сам очень редко делаю покупки в магазине. Мне реально удобнее делать как бы вот этот онлайн. И я на самом деле, ну, это время, сколько мы гуляем по магазину, да, то есть это время. Если вы знаете, что вы хотите, то гораздо эффективнее будет сделать заказ онлайн. Если вам хочется получить каких-то новых впечатлений, то идете и смотрите, выбираете, нюхаете, трогаете и покупаете. Ну что ж, мы сейчас оплатим то, что я уже выбрала. И да, мы уже разговаривали о том, что здесь нет касс самообслуживания. Ну, в принципе, понимая, что здесь... Ну да, хватает. Для чего она здесь нужна? Зачем да, тратить в данном случае лишние деньги? Вот. Просто на самом деле, чтобы воспользоваться кассой самообслуживания, в большинстве случаев все равно вам нужен будет кассир. Ну, по крайней мере, обучить какое-то время. Он понадобится. 23 рублей к оплате по карте? Да. 20 рублей 90 копеек со скидкой. То есть получается просто по умолчанию. Из-за того, что у меня есть карта банковская, сразу скидка. Да. То есть если бы наличные, то было бы... Дороже. Как интересно. Наш чек. Всего доброго. Да, спасибо. Ну, так. Кстати, вот эта история со скидкой у нас привела к судебному разбирательству с Бугульминским Роспотребнадзором. Я, по-моему, рассказывал даже, да, то, что, ну, мы, правда, суд выиграли, но они обжаловали, пока, правда, не было еще одного суда. Вот они настаивают, что мы не можем делать скидку. Просто по банковской карте? По банковской карте, да. Как интересно. Так, ну что ж, посмотрели еще один магазин в рамках экспедиции ритейл и еще один необычный формат. И знаете, вот исторически так сложилось, что можно было бы вроде как все в одном и сделать какой-то супер большой магазин. Если мы можем разделить ассортимент и таким образом получать возможность развивать параллельно там циркуль со своим ассортиментом, не знаю, в конце концов, если 300 кормов появится как отдельный бренд, это возможность роста и
великолепная возможность развивать свой бизнес. И очень здорово, когда сейчас в таком большом магазине, в данном случае человека, живущий рядом, а здесь большой квартал, может прийти и выбрать из 37 тысяч наименований ровно те товары, которые им нужны. Дмитрий, спасибо большое. Посмотрели, как вы работаете. И важный момент понимать, что, конечно, вот ровно такое вы не увидите здесь сейчас. И, возможно, вы увидите циркуль или там впрок немножко иным. Но мы постарались вам показать самый большой проект для того, чтобы понимать, чем и как он отличается в целом по всех проектах. Дмитрий, еще раз спасибо. Благодарю, что прогулялись вместе со мной по магазину. Я в очередной раз с покупкой, и это замечательно. Смотрите экспедицию, retail.ru, видео, тексты на сайте retail.ru. Рассказывайте, куда еще нужно будет мне приехать. Всего доброго, до встречи. До свидания.